Всем привет! Всем привет! У нас на обзоре огурчики. И у нас новый французский огурчик, у которого название «Лето». Французский сорт «Лето». Сейчас Милана покажет этикеточку. Это от компании Coco Pelli «Лето». Вот название. Мы его перевели с Миланой. Называется он «Лето». Нарисован вот такой огурчик. Длинненький, сразу видно. Показывай, Милан, теперь нам, какой он у нас вырос. Вот, кстати, кустик. Вот, смотри, есть. Вот огурчик. Давай его и сорвем. Откручивай его. А его не оторвать? Крути его так. Крути, крути, он оторвется. Давай я помогу, будет быстрее. Опа. На. Пока ты его помоешь, а я покажу, какие они тут на кустиках еще есть. Только начинают они у нас созревать. Это сейчас сюда влезу. Вот смотрите, цветут. Очень много соцветий. И вот они завязываются. Давай я дам еще молоденький, Милан, разрежешь. Это только-только еще, видите, сейчас с цветочком. Это ему полдня только, этому огурчику. Ну, они только завязываются. Хотя нет, вот смотрите, уже есть переросток большой. Это, правда, колючий огурчик. Вот тоже переросток. Огурчик «Лето». Вот такой. Большой. И он, кстати, оторвался. Мыть не надо, просто покажи в руке. Не надо мыть. Мы его резать не будем. Такой огурчик. Ну, на салат. Он, кстати, еще тоже, я думаю, что не переросший. Хотя помой, мы сейчас его разрежем, покажем, какой внутри. С него можно еще делать салат. Этикетку мы уберем, чтобы не намочилось. И разрезай. Сейчас только я обойду с другой стороны, чтобы было видно. Ну, вот так и хватит. И еще маленькие разрежешь потом. Давай сначала посмотрим этот переросший. Будем пробовать. Ну вот смотрите, он не переросший. Он нормальный. Сейчас попробуем. Вкусный. Вкусный? Без горечи вообще. Вот. Абсолютно не переросший. Шкурка тоненькая, не грубая. Хорошо, можно его есть. Мы первый год его выращиваем. Давай разрежь теперь тут, что поменьше. Подальше, да, вот так. Это огурчик французской селекции. Этот молодой еще вообще плотный. Давай покажем, что даже не сформировался семенеплодник вот этот. Пробуем его. Ну, он кисловат. Суховат? Кислый какой-то. Наверное, недоспевший еще. Не то, что недоспевший. Он еще не годится. Вот такой маленький. Мы сделали вывод с Миланой, что в салатах он будет невкусный. Только вот этот большой. Он реально с кислинкой и очень-очень плотный. Но такие вот можно будет консервировать. Они будут очень хрустящими, потому что они очень плотные. А Милана с удовольствием ест вот этот большой. Он вкусный. Вкусный. Поэтому какой вывод мы сделали, Милан? Вот эти для консервации маленькие. Да. За хвостик, за цветочек. А большие для салатов. Очень классный огурчик, сочный. И главное, что он большой. Если его на большую семью, вот так делайте салат, например, с помидором, с капустой. Одного огурца очень даже будет достаточно для большой семьи. Маленький консервируем. Огурчик остается в нашей коллекции. Семена этого
сорта огурчика можно у нас будет купить. Под видео в описании есть ссылка на наш сайт, на который можно перейти и заказать семена этого и многих других огурчиков. Ну а мы что с Миланой всем говорим? Пока. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И до новых обзоров.